21 березня у міжнародному календарі відзначено як День людей із синдромом Дауна. У цей день громадські активісти намагаються привернути увагу до потреб і проблем, які супроводжують людей із зайвою 21-ю хромосомою все життя, а також зорієнтувати суспільство на толерантне ставлення до сонячних людей. Сегодня 21 марта – это Всемирный день людей с синдромом Дауна. И у нас в Одессе впервые проходит эта акция международная «Разноцветные носки». Приглашаем всех жителей Одессы принять участие в таком с таким необычным аксессуаром, пройтись по городу и почувствовать себя таким, как мы это чувствуем. Косые взгляды и не всегда хорошие вопросы задают нам. Перше в нашому місті відбулася акція «Різнокольорові шкарпетки». На честь особливих дітей – особливий креативний підхід щодо залучення громадськості до створення умов комфортного зростання дітей сонця. Департамент образування, науки обласної госадміністрації присоединяється к акції в підтримку толерантності, особливого відношення до діткам із синдромом Дауна. И очень рады, что наши дети самые солнечные, самые умные, самые разнообразные. В наших областных учебных заведениях есть много деток с синдромом Дауна. Уже открыты инклюзивные группы, в которых обучаются именно дошкольных учреждениях детки с синдромом Дауна. И хочется отметить, что эти дети ничем не отличаются от всех остальных детей. Они такие же умные, они такие же красивые, они такие же веселые. Поэтому очень хочется, чтобы и общество точно так же относилась к ним, как они относятся к нам. За статистикою, кожного року у світі народжується одна дитина із синдромом Дауна на 1000 немовлят. І як нам розповіли батьки дітей з особливими потребами, вони щасливі від того, що в сім'ї зростає надзвичайно чуйна і альтернативно обдарована дитина. На 10 разів це, як мінімум, в течение дня підійде, обніме: «Мамочка, я тебе люблю, ти красива, ти краща, ти моя краща подруга». Це от без преувеличення. І вони всі такі. А вы сколько раз ей говорите об этом? А вот вместе мы обнимаемся, друг дружке говорим это все. Як і всі діти, сонячні хлопчики та дівчатка дуже обдаровані і працелюбні. Музика, живопис, книги – неповний перелік їх уподобань. Здобули світову славу актори, співаки, модельєри та моделі, у яких є синдром Дауна. Треба тільки створити сприятливі і толерантні умови для цвітіння цих особливих, екзотичних, сонячних квітів. Леночка, тобі подобається знайомитися з новими людьми? Да. У нас Лена просто по чаю, у нас главное уже много лет. И кто не приходит к нам домой, с порога сразу чай будешь? Ну, вопрос от Лены. Можешь пригласить одесситов к себе на чай. Да. Приглашай вот сюда в камеру. Мы на чай приглашаем. Куда? Наш офис на есть Лисоветинскую, 15. Да? Всех, которые хотят, людей хотят стать нашими друзьями, партнерами, всех приглашаем к себе на чай. Наличие носочка, да, лишнего на одежде, либо это будет в сумке, либо это будет как галстук, да, оно еще раз нас учит принимать человека таким, как он есть. То есть, что внешнее качество не говорит о внутреннем именно наполнении каждого человека. Именно вот этот флешмобовский, да, прием говорит о том, что не надо в первую очередь обращать внимание, чтобы в первую очередь играла какая-то внешняя часть, да. Мы должны принимать человека таким, какой он есть внутренне и какой он, каким он хочет быть. Дать ему все возможности, создать все условия. Независимо, есть у него носочек или есть у него что-то другое. То есть мы должны быть, и общество наше должно быть открыто для каждого.